Всем привет! Давайте сегодня приготовим суп с колбаской и кукурузой. Для этого картофель отварим или запечем в микроволновой печи в течение 10 минут. Очистим морковь, натрем на терке. Лук очистим, мелко нарежем. На подсолнечном масле обжарим лук в течение пары минут. Через 2 минуты добавим морковь и обжарим в течение минуты. Колбаску очистим, некрупно нарежем. Через 10 минут картофель готов, добавим куриный бульон и толкушка измельчим. На подсолнечном масле в течение минуты обжарим колбаску. Заранее подготовленный бульон добавим картофель, добавим колбаску, добавим жареный лук с морковью, откроем банку и добавим консервированную кукурузу, перемешаем и будем варить 5 минут. Через 5 минут добавим мясо курицы, перемешаем. Когда суп закипит, добавим мелко нарезанный зеленый лук. Выключим газ, добавим соль по вкусу. Пробуем на вкус. Куриный суп с колбаской и кукурузой готов. Здесь интересное сочетание копченой колбаски и сладкой кукурузы. Кому понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал «Рецепты на выбор», делитесь с друзьями в социальных сетях. Всем до новых встреч!